Будет даваться старт 7-го призового заезда. Второй вид призаков боя. Галопом приняла старт горпроводница. Проводница допустила проскачку. Опровка и бег повел за рог. Сбой допустила Аманта. От отметки первой четверти впереди за рог. Десятых первая отметка дистанции у Зарока. Сбой у Каскада. А на первой позиции Зарок, на второй Аманта, на третьей Мурашка. Секунды, вторая отметка дистанции за роком. Съехала бортпроводница. К отметке третьей четверти впереди за рок. Конкуренцию ему пытается составить Аманта. На третьей позиции Мурашка, на четвертой Каскад. Лошади подходят к отметке третьей четверти. 33,8 секунды, третья отметка дистанции. Сбой Мурашка. Сбой допустила Мурашка. Сбой допустила Аманта на финишной прямой. А к финишу подходит Зарок. Сбой допускает Каскад. А к финишу очень уверенно подходит на первой позиции Зарок. Внимание, финиш. Рожден и принадлежит крестьянско-фермерскому хозяйству глава Зинурова Равиля Мансуровна, село Южакова, пригородный район. Каскад проходит тренинг и испытывается в руках наездника первой категории Дмитрия Кривозубова. И победил сегодня в призиках боя в резвость 2 минуты 20,1 по первому гиду. На награждении присутствует владелец лошади Зинуров Галимьян Галимарданович, судья первой категории Чичулин Николай Иванович, судья-стажер Федор Рейх, наездник лошади Дмитрий Кривозубов. На награждении помогает Роман Анисимов. Поздравляем победителя! Встречайте! Победитель призаков боя!